В Южноуральском государственном университете прошел День арабской культуры. Этот праздник ежегодно привлекает внимание представителей посольств и консульств арабских государств. Делегация из Египта и Судана встретилась с руководством вуза. На официальной встрече гости познакомились с историей университета, узнали основные векторы направления развития вуза, а также обсудили актуальные вопросы обучения арабских студентов. А в завершении встречи гости с Экватора подарили университету яйцо страуса, как символ развития. Также делегация посетила телерадиокомпанию «Юргу ТВ». Гостей так впечатлил медиаэтаж университета, что возникла идея сотрудничества и в сфере журналистского образования. Это в многих университетах мирового уровня нет такого, поэтому нам это очень нравится. У нас есть в Египте много выпускников России журналистского факультета. Как раз моя супруга, кстати, выпускница Петербургского университета, факультета журналистики. Вот, и в Египте еще многие другие занимают свои места в прессе, в телевидении, в газетах. Вот и очень хорошо наше общество относится к тем, кто кончил учебу в России. После экскурсии иностранные гости пообщались со студентами своих стран. Они подчеркнули, что необходимо уважительно относиться к традициям и культуре России и особый упор делать на получение знаний. Мы очень рады, что пришел наш посол здесь, в университете. Мы очень рады, особенно с этой хорошей погодой. Сегодня снег еще идет. Но посол обсудил с руководителем университета, что развивается образование студентов еще. Он хотел, чтобы студенты повыше получили образование здесь, в университете. Кроме официальной части, визит включил участие делегации в празднике, посвященному Дню арабской культуры, посещение выставки народных ремесел и просмотр выступлений иностранных студентов ЮРГУ.